Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами будем делать праздничную утку. Для этого нам понадобится утка, соленый раствор, специи. Мы делаем ее к Рождеству, соответственно, у нас будут рождественские специи. Значит, если уточки у вас парные, то их как бы они уже готовы. У меня утки были заморожены, поэтому мы сделали дефростацию. Дефростация – это разморозка утки при правильной, ну, любого мороженого продукта при правильной температуре. За 2 дня я достала из морозилки, положила в холодильник, и двое суток они размораживались у меня. Теперь, значит, дефростация у нас прошла. Делаем раствор. На 1 килограмм утки, соответственно, и воды мы делаем 20 грамм соли. У нас здесь будет 3 утки, это 5 килограмм. Плюс воду я заранее замерила 9 литров, 9 килограмм, соответственно, 14. Значит, на объем 14 литров-14 килограмм у нас идет 280 грамм соли. Я отмерила соль, размешала. Утка к Рождеству, ну, можно к празднику, чтобы она пахла так. Я туда добавляю апельсины, выжимаю, яблочки кладу. Утки у нас будут мариноваться 2 суток. Орех мускатный, имбирь, гвоздика, несколько веточек, корица, специи для глинтвейна и звездочки бадьяна. Все это мы сюда, кардамон, все это мы выложили. И, соответственно, опускаем сюда. У нас будет много гостей, соответственно, мы делаем много, 3 утки. Опускаем уточку, чтобы полностью она закрылась водой. И убираем в прохладное место на 2 суток. Каждый день мы будем их переворачивать. Так, друзья, уточки наши замаринованы. Значит, у нас большая компания, мы будем делать 2 уточки. На дно поддона мы положили картошку, слегка смазали подсолнечным маслом. Картошечку я подсаливаю слегка. Почему утка у меня лежит на картошке? Потому что все, что с нее выделяется, уходит вниз на картошку, а утка сухая остается, и весь жир уходит, и она становится хрустящая, сочная и вкусная, аппетитная утка. Берем 2-ю уточку, проделываем с ней такие же манипуляции. Яблоки внутрь, чернослив внутрь. В принципе, когда остаются яблочки, у нас очень любят яблоки просто, они тоже придадут такой вот вкус и аромат. Соответственно, я вот беру прям 1 килограмм яблок на всю эту, всякого чернослива. Все, что не получилось внутри, снаружи будет вот так. И вот у нас уточки наши готовы. Теперь мы их опускаем в духовочку. В духовку мы прогрели конвекцию вверх-вниз до 180 градусов, ориентировочно около 2 часов. Так, друзья, прошло 2 часа, уточки наши приготовились. 82 градуса должно быть, когда термометр в грудь вставляешь. И теперь мы идем их подавать к столу. И вот я вам хочу показать красивый, так сказать, подачу уточек. Здесь виски 45 градусов. О, маджестик! Крепости. Вот такая вот красота получается. Праздничная рождественская уточка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Смотрим, что у нас получилось. Вот такая вот божественная красота.